Вы знаете, что вы автор многочисленных ресторанных хитов, которые заказывают до сих пор, и под которые люди пьют водку, отдыхают, отмечают свадьбу, день рождения, закусывают. Танцуют. Вы счастливы? Да, честно говоря, это показатель. Это показатель успешных песен. Это народные песни. Это уже не ваши песни, это народные. Понятно. Ну, такова специфика моей работы. Я должен хоть так, хоть как-то, я должен знать вообще, нравлюсь, не нравлюсь. Значит, у меня показатель. Народ в зале, аншлаг и песни в ресторане. Еще одну песенку, пока не могу. Зеленые глаза. Да? Да. Нам негде встречаться сейчас. Прошу, если можешь, прости. И все как назло против нас. От этого нам не уйти. Заброшенный сад опустел. Он был как прощальный вокзал. И кто-то из нас не посмел войти в этот сказочный зал. Не прячь зеленые глаза, утри слезу, доверься мне. Твои зеленые глаза не на виду, не на виду, поверь. Как приятно. Я теперь, когда буду, планирую там, в начале августа немножко попить водки с друзьями, ой, одноклассниками, о, и скажу, что вот с Рухановым поем мы теперь твои зеленые глаза. У нас сегодня в гостях был, внимание, сейчас я тут подготовился, сейчас скажу, выпускник факультета эстрадно-джазового пения, да? Да. Да? Да. Так, Института современного искусства, да? Да. Человек с высшим образованием. Заслуженный артист России. Уверен, что до народного осталось совсем немного. Ну, надеюсь. При этом с народными песнями. Хотя народного мне народ уже дал давно. Конечно, конечно. Ну, вот, Игорь Саруханов, на мой взгляд, очень искренний, хороший человек. Спасибо. Вот не было какого-то такого холодка. Желаем вам. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго, друзья.